Несколько простых советов для создания уютного участка своими руками. Если у вас возникло желание самостоятельно сделать свой участок уютным и привлекательным, воспользуйтесь этими несложными советами. Ландшафт участка лучше сделать в одном стиле с оформлением дома, чтобы им были присущи общие черты. Для создания природной, здоровой и комфортной атмосферы посадите на участке ель, ту или другие хвойные растения. Не стоит увлекаться посадкой всевозможных деревьев, кустарников и других растений, их переизбыток создаст обратный эффект. Уюта и комфорта любому участку добавит небольшой искусственный водоем, можно приобрести уже готовую емкость, установить ее, наполнить водой, красиво оформить водными растениями и садовым декором. Также не стоит переусердствовать с декоративными элементами, они должны гармонично и ненавязчиво вписываться в окружающий ландшафт. А чтобы получить очень красивый, неповторимый, максимально комфортный и уютный участок, закажите его ландшафтный дизайн у профессионалов.